Уважаемые коллеги, добрый день. Я думаю, любой исследователь, изначально далекий от медицинской тематики, столкнувшись по работе с проблемой псориаза, неизбежно задавался вопросом, на что, собственно, делает кожу больного человека такую, какая она есть. Очевидно, главная причина состоит в присутствии инфильтрата Т-клеток. Т-клетки-хелперы секретируют провоспалительные цитокины, активируют резидентные клетки кожи, прежде всего эпидермальные кератиноциты, вызывая их интенсивное деление и многократное усиление провоспалительного сигнала. При этом нарушается нормальный ход процесса дифференцировки кератиноцитов. В пораженном болезнью участке кожи происходят структурные изменения, которые в конечном счете находят отражение в изменении внешнего облика кожных покровов. Соответственно, можно перечислить основные признаки псориаза обыкновенного, к которым относится акантоз, то есть утолщение эпидермиса, паракератоз, то есть задержка в деградации ядер клеток в ороговевшем слое кожи, а гипогранулез, то есть в той или иной степени деградации зернистого слоя эпидермиса, гиперпролиферация кератиноцитов в супрабазальном слое, инфильтрация кожи иммунными клетками и расширение микрокапилляров дермы. Если представить себе развитие болезни постадийно, то получится достаточно внушительный список. Примечательно, но из представленных в этом списке событий, по сути, только три последние стадии поддаются медикаментозной коррекции, поскольку других групп препаратов, к сожалению, в нашем распоряжении либо пока нет, либо они не применяются в клинической практике именно для лечения псориаза. И по этой причине лечение псориаза в наши дни можно образно сравнить с попыткой растопить верхушку айсберга, поскольку имеющиеся в нашем распоряжении лекарства весьма ограниченным образом воздействуют на начальной стадии патогенеза. Упомянутые на предыдущем слайде события происходят в четырех различных органах и тканях. В них принимает участие около десятка различных типов клеток. А сама болезнь в большинстве случаев вызвана сочетанием нескольких мутаций. Причем это могут быть разные мутации в разных генах, у разных больных. И по этой причине у псориаза очень сложный механизм наследования. Из числа проблем, связанных с лечением псориаза, я хотел бы выделить две проблемы. Во-первых, у нас нет исчерпывающего списка генов, которые могли бы быть ответственны за возникновение данного заболевания. Во-вторых, вылечить псориаз существующими лекарственными средствами, как правило, нельзя. Но в большинстве случаев можно добиться сравнительно продолжительных периодов ремиссии болезни. При этом совершенно очевидно, что наличие множества мутаций, которые отвечают за предрасположенность человека к псориазу, предполагает применение персонифицированного подхода к его лечению. И таким образом передо мной сегодня стоит достаточно нетривиальная задача в оставшееся время изложить вам наше видение того, что можно было бы в этой области сделать. Самое очевидное, с чем бы мы могли помочь больным людям, это с уточнением их диагноза. Дело в том, что, во-первых, надо помнить о многообразии форм псориаза. Во-вторых, при постановке диагноза всегда есть определенный риск совершить ошибку. Например, кожную форму Т-клеточной лимфомы бывает очень сложно отличить от кожи больного псориазом. Поэтому больному требуется длительное наблюдение у врача. И независимо от подтверждения предварительного диагноза несколькими разными методами исследования. Преимущество молекулярной диагностики заключается в том, что мы сравниваем изменения в экспрессии более 10 тысяч разных генов. А результаты такого сравнения, как это видно из представленного слайда, позволяют нам отобрать гены-маркеры, которые оптимально характеризуют ту или иную болезнь. Например, если бы перед нами стояла сугубо гипотетическая задача
диагностирует псориаз по двум биопсиям, взятым из пораженной и непораженной областей кожи больного. То для этого лучше всего подошли бы гены из центральной области диаграммы. Работать это могло бы примерно так. На представленном слайде в качестве примера мы можем видеть результаты исследования трех групп образцов, относящихся к псориазу, атопическому дерматиту и здоровой коже. Вначале авторы исследования отобрали маркеры с воспроизводимым профилем экспрессии в каждой из групп. Потом провели кластерный анализ по имеющимся образцам, чтобы убедиться для того, что каждый тип образцов расположится на диаграмме в виде отдельного кластера. После того, как это было ими сделано, полученную выборку биомаркеров стало возможным использовать для тестирования новых образцов и прежде всего для определения их принадлежности к одной из представленных в эксперименте групп. Интересно, что аналогичным образом можно проводить идентификацию образцов, относящихся к псориазу и различным разновидностям рака, включая уже упомянутую мною кожную форму подклеточной лимфомы. В этом случае группа биомаркеров могла бы включать в себя такие важные гены, как гены цитокератинов, маркеры дифференцировки эпидермальных кератиноцитов, гены провоспалительных цитокинов и металлопротеиназ. Конечно, если исходить из статистических данных, то подклеточная лимфома – достаточно редкое заболевание, но, с другой стороны, это очень неприятный диагноз, который необходимо исключить как можно раньше. Кроме этого, вероятно, есть и другие случаи, где молекулярную диагностику можно было бы использовать с аналогичной целью. Помимо постановки диагноза, методы геномного анализа также можно использовать при уточнении стратегии лечения. Существующая практика такова, что при назначении препарата принято скорее ориентироваться на тяжесть заболевания, а не на индивидуальные особенности конкретного человека. Очевидно, что в этом случае нам, например, трудно будет выбрать между несколькими видами терапевтических антител или несколькими ингибиторами киназ, у которых разная специфичность. И в результате даже очень современные и очень хорошие лекарства, как правило, помогают не более чем 80-90% больных. Это значит, что больному с тяжелой формой болезни может быть недостаточно одного курса лечения, причем для больного это не только время, но и большие деньги. На представленном слайде можно видеть в качестве примера результаты тестирования препарата Алифасет. А в данном случае сравнение идет по двум группам образцов, то есть авторы сравнивают образцы, полученные у больных, восприимчивых и устойчивых к действию препарата. Исследуемые образцы располагаются на диаграмме в виде двух отдельных кластеров. А причем, как и в предыдущем случае, тестируемый образец может оказаться в одной из двух групп. Например, если он окажется среди пациентов, невосприимчивых к препарату, то, вероятно, нам следует выбрать другое лекарство. Сейчас подобного рода исследования время от времени появляются за рубежом. Их цель – предсказать устойчивость человека к определенной группе, как правило, дорогих лекарств. Прежде всего, это нужно страховым компаниям, которые несут основное бремя медицинских расходов. А потом это нужно, конечно, и лечащим врачам, поскольку именно лечащий врач предлагает больному определенный курс лечения. Наконец, это важно и для самих больных, в особенности, если лечение у нас будет платным. И по этой причине нам нужно всегда иметь четкие критерии подбора конкретных лекарств для конкретного человека. Помимо помощи в выборе курса лечения, геномные методы анализа можно использовать для оценки эффективности препарата. Это как нельзя более важно, в особенности при разработке новых лекарств. Поскольку разработка новых лекарственных средств – это не только длительный, но и очень дорогой процесс. И тогда появляется необходимость исследования молекулярных шрамов, то есть остаточных явлений,
На уровне генома под остаточными явлениями понимает совокупность генов, экспрессия которых остается разбалансированной даже после прохождения больным полного курса лечения. Очевидно, что конкретный состав такой выборки может дать какую-то дополнительную информацию. Например, это может быть информация о стабильности достигнутого терапевтического эффекта. В качестве примера на представленном слайде приведены результаты исследований препарата Этанерцепт, по окончании применения которого в коже больных, несмотря на общее улучшение их состояния, наблюдается высокий уровень экспрессии провоспалительных цитокинов. Очевидно, что такая ситуация должна быть неприятна для производителей лекарства, потому что высокий уровень экспрессии провоспалительных цитокинов может стать причиной скорого рецидива болезни. Из этого следует вполне конкретный вывод о том, что нам пока еще рано останавливаться на достигнутом, и что нам необходимы новые лекарства, у которых будут иные принципы действия. В частности, я хотел бы упомянуть об исследовании, проведенном в нашей лаборатории. Мы сравнивали белковые фракции, полученные из пораженной и непораженной болезнью кожи. Белки разделяли методом двумерного электрофореза, а затем идентифицировали методом масс-спектроскопии. Таким образом, мы отобрали 10 белков с наиболее значительными изменениями и, используя компьютерный анализ, изучили их взаимодействие. В результате нам удалось показать принципиальную возможность контроля патологических изменений при псориазе за счет воздействия на ограниченное число регуляторных факторов. Примечательно, что одним из таких факторов является рецептор продуктов неферментативного гликозилирования, более известный нам из литературы как REACH. Сейчас наши результаты подтверждаются работами других лабораторий. В частности, было показано, что повышенная экспрессия лигандов REACH у трансгенных мышей делает их кожу гораздо более чувствительной к раздражению, что приводит к клинической картине, которая похожа на псориаз. На представленном слайде хорошо видны отличия между образцами кожи мышей, обработанными и необработанными тетрадеканоилфарболацетатом, то есть раздражающим фактором, и показано увеличение уровня экспрессии цитокина, который играет ключевую роль в патогенезе псориаза. Наконец, мы можем видеть специфичность наблюдаемого биологического эффекта, поскольку инъекции антител, направленных против REACH, вызывают быстрое затухание воспалительного процесса. Напротив, если из генома мышей удалить сам REACH, то у таких животных воспалительный процесс будет крайне непродолжительным, если их сравнить с обычными мышами. На представленном слайде можно видеть, как меняется у животных толщина эпидермиса после обработки кожи ирритантом. И у контрольных мышей воспалительный ответ длится более 48 часов. При этом мы можем видеть накопление в коже животных цитокератина 6, который обычно происходит в гиперпролиферативном эпидермисе. Напротив, у животных после удаления REACH воспалительный процесс значительно слабее и практически сходит на нет к концу эксперимента. Тот факт, что REACH может контролировать воспалительный ответ, представляется нам очень важным, поскольку именно хроническое воспаление кожи является тем самым цементирующим фактором, который связывает воедино основные составляющие патологического процесса при псориазе. По этой причине я хотел бы выразить осторожный оптимизм, что применение лекарственных препаратов, блокирующих REACH, позволит нам существенно увеличить период ремиссии болезни и ускорить достижение желаемого терапевтического эффекта. В конечном счете это поможет вернуть больных псориазом людей к их нормальному образу жизни. В заключение я хотел бы представить своих коллег, имена и фамилии которых вы можете видеть на представленном слайде.
Я также хотел бы поблагодарить вас за внимание и готов ответить на ваши вопросы. Спасибо.